Из сегодняшнего дня донора и событий на Украине мы не можем не предложить стать украинским военнопленным, который сейчас находится в плену Российской Федерации в обязательном порядке, ну, конечно, если это позволяет им здоровье, стать донорами крови для наших вооруженных сил, для госпиталей и больниц, в которых проходит сейчас лечение наши военнослужащие, а также мирные жители, которые пострадали в связи с обстрелами армии Украины, мирных городов и сел.